Вот такой рок изобилия на сельскохозяйственный лад. 3 дня база «Южная» принимает гостей. Все здесь пропитано отличным настроением, хорошим урожаем, желанием делиться опытом и принимать знания. Ярмарка товаров – это заключительный этап краевого дня поля. Представлена она 13 сельхозпроизводителями и пищевой промышленности предприятиями. Предприятия предлагают продукцию молочную, овощную, мясную, саженцы, ягоду. То есть все то, что сами выращивают, да, и сегодня представлены по доступным ценам от производителей. Специфика ярмарки – низкие цены. На этой площадке абсолютно отказались от любых надбавок. Молочная продукция, хлебобулочные изделия, мед, саженцы и, конечно же, осенние дары огородов. И не осенние, кстати, тоже. Например, клубника. Мы находимся в селе Старореченское, это в Октябрьском районе. Мы выращиваем ягоду в теплицах. У нас более 20 теплиц. У нас есть также открытый грунт и вот теплица. У нас есть варенье, пастила, сушеная клубника. Это все вот мы делаем на производстве. На дне поля прошла выставка сельскохозяйственной техники, различные семинары и обучающие занятия. Предоставили возможность показать свои работы и мастерам-народникам. Декоративно-прикладное творчество – направление, которое получает все большее развитие в нашем регионе. Это вторая беременность, и не знаю, что со мной произошло, и рисовала, и вязала, но вот остановилась на вязании. Именно из трикотажной пряжи. Вот, полюбила, всем вяжу. Всем все нравится, мягкое, все очень круто. А главное, удобно и экологично, как и все на этом празднике урожая. В этом году День поля получил новое место дислокации и еще большие масштабы. Кстати, все 3 дня праздник сопровождали творческие коллективы «Уссурийска». Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс.